Чирлидинг – захватывающее зрелище, в нем грамотно сочетается акробатика, художественная гимнастика и танцы. И уже с первых секунд выступления команд зрители внимательно следят за каждым последующим движением. Праздник замечательный. Праздник спорта, здоровья, радости. Очень приятно за детей, поэтому празднику танцы. Очень нравится, мы довольны. Мы хотим, чтобы побольше все-таки водили детей. И хотим, чтобы мальчик был побольше. Девочек так много, мальчиков маловато. Одной из фаворитов сегодняшних соревнований является команда NCT. Ребята уже на протяжении 2 лет становятся лучшими чирлидерами республики. С каждым годом, конечно, шансы одинаковые на самом деле, потому что другие команды также развиваются сильно, также сильно стараются, и все хотят занять на самом деле первое место и получить золотые медали. Так что надеемся, что мы победим все-таки. Один из самых сложных элементов выступления команды – это пирамида. Бывают разные заходы на нее. В этом случае они произвели сальто назад, и уже высота этой пирамиды достигла примерно 3-го этажа. По словам организаторов, этот вид спорта с каждым годом набирает больше оборотов. Расширяется и география участников. Мы в Казани, да, например, нашей родной республике. Количество команд только увеличивается с каждым годом. Если раньше у нас были в основном студенческие взрослые команды, а сейчас у нас уже больше команд юниоров, и появились в этом году наконец-то команды детские и младшие детки. Андрей Трофимов, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».